Тбилисском Доме Европы открылась выставка, организованная каналом ПИК в рамках недели о войне, посвященной памяти грузинским журналистам Александра Климчука и Гиги Чехладзе, погибших во время августовской войны 2008 года. В экспозиции представлены фотографии журналистов, предоставленные матерью Саши Климчука и супругой Гиги Чехладзе. Я очень признательна тем, кто организовал эту выставку, в частности телеканал ПИК постарался. Очень признательна, благодарна, что коллеги Саши помнят Сашу, его 3 года прошло, это страшная дата, завтра будет, 8 числа погибли ребята. Вот. Ну, погибли они, помчались туда, чтобы освещать победу нашего государства над силами оккупации. И не успели осветить, какой был его последний кадр, я не знаю. Каким было его последнее слово, тоже не знаю. И никогда не дано мне это узнать. Я каждый день я пытаюсь оправдать или обвинить Гигу из-за этого поступка. То есть мне очень сложно определить, это правильный поступок или неправильный. Когда я смотрю со стороны журналистики, как со стороны журналиста, я на его месте поступила бы точно так же. Когда я думаю чисто с человеческой точки зрения, да, часто я его обвиняю в том, что вот он бросил нас, покинул нас, просто сделал необдуманный поступок. Но в общей сложности все-таки я прихожу к выводу, что так должно было случиться, что другого выхода не было. Это была жертва. Его жертва для Грузии, наверное. Александр Климчук и Гига Чехладзе с коллегами из Грузии и США выехали для освещения боевых действий в Цхинвале 8 августа 2008 года. Журналисты были обстреляны осетинской вооруженной группировкой. Гига и Саша погибли на месте. Выставка, посвященная погибшим журналистам, продлится до 9 августа.